Во всем мире сегодня вспоминают тех, кто стал жертвами нацизма. 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память о восстании в Бухенвальде, одной из крупнейших и самых жестоких фабрик смерти. Гигантская сеть подобных концлагерей действовала не только на территории гитлеровской Германии, но и оккупированных ею стран. С разгромом фашистов эта система была ликвидирована и осуждена в Нюрнберге как преступление против человечности. Специально к этой дате представители спасательного ведомства совместно с работниками Дворца культуры Минского автомобильного завода организовали памятное мероприятие не только для ветеранов, но и для подрастающего поколения, чтобы ребята помнили, кто и какой ценой внес решающий вклад в эту победу. Перед началом концертной программы, в которой приняли участие артисты оркестра Минского городского управления МЧС, представители творческих объединений и хореографических коллективов, спасатели, воспитанники военно-патриотического клуба «Зубр» и активисты белорусской молодежной общественной организации «Спасателей пожарных» организовали работу тематических обучающих площадок, где в очередной раз напомнили присутствующим о важности соблюдения правил пожарной безопасности. А при проведении викторин разыграли автономные пожарные извещатели и сувенирную продукцию МЧС Беларуси. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей во всем мире отмечается памятными мероприятиями, поминовением погибших, поклонением их памяти, возложением цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма. Долг современного поколения – сохранить память и передать ее потомкам.